хотя бы нож. А вы потеряли в лесу, у вас ничего с собой нет. Ваши шансы выжить равны практически нулю. Забудьте, какие ловушки. Что нам остается делать в таком вот лесу, как этот, осенью? Жуки, муравьи. Этот белок нужен как раз будет для того, чтобы не умереть с голоду в таком лесу. Если жить хотите, придется кушать. Его сейчас будем кушать. Как выжить в лесу? Лес лесу рознь. Одно дело летний лес, когда у вас полно ягод. Но другое дело, это зимний лес или осенний лес. Потому что еду вы зимой не найдете. Осенью ситуация примерно такая же. Грибов съедобных практически нет. А если они есть, их нужно готовить. Нету огня. Как вы их приготовите? Никак. Соответственно, грибы отпадают. Что нам остается делать в таком вот лесу, как этот, осенью? Ловушки ставить? Забудьте, какие ловушки. Их нужно уметь ставить. У вас должны быть приспособления, хотя бы нож. А вы потеряли в лесу, у вас ничего с собой нет. Какие ловушки? Да и чем вы будете приманивать животных всяких, мелкую дичь? Единственный вариант вот в таком лесу, в осеннем, например, да, найти себе пропитание. Это всякие личинки, жуки, муравьи и тому подобная живность, которая содержит хоть какой-то белок. Этот белок нужен как раз будет для того, чтобы не умереть с голоду в таком лесу. У нас осень, и я пойду по лесу и буду искать всякую живность, которую можно съесть. И развеем всякие мифы по поводу того, что найти пропитание в лесу – это легко. В осеннем лесу это нелегко, поверьте. Придется кушать всяких жуков. Вот в таких вот деревьях могут быть личинки. Но здесь я никого не вижу. Ничего нету. Абсолютно. Здесь есть такие мелкие черви. Но это, конечно, бесполезно. Это не еда. Пусто и безрезультатно пока. Вот у нас и еда, жучки. Вас мы и покушаем. Это, конечно, не личинки, лучше личинок найти, но хоть что-то. Чтоб тебе только что здесь вот был опять жук и опять куда-то спрятался. Вот, вот еще один. Сейчас я тебя буду есть. Все, ты достал. Вот его сейчас будем кушать. Может быть, тоже всякая живность. Кроме жуков нету ничего. Если попадаются какие-то личинки, черви, то они такие мельпиздрические, что от них просто нет никакого толку. Только жуки и все. Никаких личинок и ничего похожего больше нет. Может, повезет, конечно, найти личинок каких-нибудь, но я ничего не нашел. По факту, кроме жуков, кушать вам будет нечего. Не теряйтесь в лесу, особенно если вы не подготовлены.